Эти события происходили, когда мне было 8 лет. Отца вызвали в командировку, и мы переехали в новый город. Наш новый дом мне не понравился. Он был довольно симпатичным, но вот когда заходишь внутрь, на душе сразу как-то пасмурно становится. В первую ночь я уснула сразу, дорога была сложная. А в 3 часа ночи меня разбудила мама. Она зашла в комнату, громко хлопнув дверью. Мама подошла к моей кровати и сказала мне молчать, а сама села рядом. Так мы просидели где-то полчаса. Все это время она, не переставая, смотрела в окно, а потом она ушла. Я ничего не поняла, но на душе остался неприятный осадок. Проснувшись утром, я сразу побежала в комнату родителей. Но там никого не было, я очень испугалась. Сразу вспомнилась ночь и странное поведение мамы. Но тут в дом вошли родители. Оказалось, они на всю ночь уезжали к бабушке за продуктами. Она тут недалеко жила, а меня решили с собой не звать, так как я уже спала. Но мама же заходила ко мне в 3 часа, я сама видела на часах. Пап, а когда вы уехали?